Привет всем! Я купила себе вот такое ожерелье, вот оно, да. Но оно очень жесткое, мне оно не нравится вообще так вот. И я решила его переделать. Так, я купила себе леску, которая тянется. Леска стоит 2,90, она вот такая тоненькая, вон такая тянучаяся. Вот она, видите, чик-чик-чик. Вот, и я сейчас буду это все переделывать. Вот она здесь начинается очень тоненько. Наверное, может, если не получится, буду покупать более толстую. Вот такие дела. Сейчас я это все раз спущу. Этим самым. Здесь вон толстая леска, которая не тянется совершенно. Ее сейчас я ее отстригу. Да, и буду разбирать ее под запчастям. Хорошо, она очень хорошо сделана, эта вещь качественная, красивая, но я буду переделать, мне не нравится. Так что, как начну, встретимся снова попозже. Вот я разобрала, положила все разные бусинки в разные вазочки, и вот я сейчас собираю первый ряд. Сейчас я беру первый ряд, потом я буду смотреть второй ряд, потом я буду смотреть третий ряд. И одену вот на эту штучку, на закрепить, на закрепочки. Что у меня получится, посмотрим. Они все разные бусинки. И вот эти вот тоже они разные. Одни с бусинками, а другие без бусинок. Вот такие просто. Ну, посмотрим, что у меня получится. Не получится, снова сделаю. Первый ряд я собрала. У меня вот что получилось. Вот так вот. Сейчас я буду одевать вот эти вот побольше. Они у меня здесь лежат вот в этих рядах. Вот так вот. Здесь большие, здесь побольше. Здесь самые маленькие. Сейчас я буду одевать вот эти вот. Более-менее маленькие. Поменьше. Так, опа. Продолжу. Было два ряда. Видите, как красиво. Даже если два ряда, здесь вот такие штучки торчат. Ну, вот тут надо бусинки вставлять. Потом я подтяну эту лесочку, да, вот так вот. Так вот все сделается, все уложится, и будет у меня то, что я хотела, мягенькое. А на этой проволоке, как сказать, на этой леске толстой, не лежала так, как я хотела. Вот, я думаю, все будет у меня хорошо, так что вот такая штучка у меня уже получается. Вот она так, я ее буду носить вокруг шеи. Сейчас еще сделаю третий ряд. Вот так вот, сейчас сделаю третий ряд, и будет у меня... Уже забыл. И два ряда тоже очень красиво. Мне тоже нравится. Ну, так как здесь бусинки в три ряда, я сделаю их в три ряда. Встретимся попозже. Вот так я сделала. Видите, оно как получилось? До самого. Вот я купила это за 2 евро. Он такой был некрасивый. Вот так сидел на этом самом. Вот такими волнами от этого, от проволоки. А сейчас вот видите, как это лежит красиво. Красиво? Уваж меня снимает и говорит, да, красиво. Оморфо. Вот, так что, девчонки, когда покупаете, что-то не нравится, делайте сами, чтобы для вас было красиво. Так что, вот так. Я думаю, вам тоже нравится, да? Ну все, наши золотые ручки все умеют. Всем пока.